И вот начало. Ну как начало? Еще пятница. Открытие охоты завтра. Мы, как обычно, на своем месте приехали. Вон голые мужчины идут. Аполлончики. Гена! Ты голый мужчина, Аполлончик? Гена, как обычно, в очках. Что-то... Блядь, туши, туши. Блядь, ну а что делать? Горыть. Сушить. Блядь, в натуре надо потушить, потому что мы сейчас все тут сгорим, нахуй. Гена, залей водой. Сука, пожар. Вон в канистре вода. Вот так вот, ребята, горят леса, поля и все остальное. А? А чтоб ты взял и затушил. Вот так вот горят, видите? А мы тушим. Мы на газу готовим еду. Вот так вот лагерь наш. Воды нету, очень жарко, высох ставок. Сейчас я покажу. Ой, короче, все. Всем жарко, очень жарко. Гнёт, блядь, сидит, самолёт. Кошмар, да, воды вообще нету? Как... Я не знаю, Володя, целый июнь дожди лили, блядь. Так в каком году? Так, нет, ты знаешь, в чем прикол? Что? Они, получается, вот тут ставок, который сверху, они все время подспускали. А в этом году, видать, они там рыбу решили запустить. А мы еще когда, подожди, 3 года назад с тобой, помнишь, по базану ходили, мужик там вышел, говорит, я, блядь, тут рыбу буду запускать, ебаный. Да, 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 они в том году нам приехали, тут мозги делали, говорят, что вы типа тут рыбачите, вы что, охотитесь? Смотри, смотри, он делает этот. Фиг вам. Такое ощущение, что утка их не заметит. А вот надо сходить туда, на тот ставок, там есть вода? Мы с Геной сходим вечером. Они обычно, короче, с того ставка спускают вниз. Там еще есть камыш. Ну да. Балки, так, там, где вот для свалки. Так, я тебе еще раз и говорю. И там вот это камыши. Мы как-то раз севы туда заехали, а там воды было. Ебать, столько кряку это было, блядь, ноябрь месяц. Так и сейчас, ебать, он, ты видел, сколько крышня? Крышня тоже немало, кстати. Короче, вот так вот у нас началось. А? Ну, очень редко. А зачем ты продаешь? Ну я понял. Понятно. Ну да, он в этом году тут. Ася, что ты чухманился? Да? Асечка, где качечка? Да. Ты сегодня будешь нам качку искать? Не сегодня, завтра в 6 утра. Ах ты моя девочка. Ну все, ребят. Короче, вот у нас первая сегодня. Гена, вот у нас самый главный охотник. Это Ген... Гена Наль. Так глянь, вы все такие эти обнаженные. Прикинь, сколько девушек. Мы тебя телефон заберем. Нет. Я камеру утопил, телефон у меня никто не заберет. АК-74, это классная тема. Ветер, кто? Слышишь? Кто это перевел? АК-74. Что? Кто сделал АК-74? Ты? Гена. Глянь, затонировал по кругу. Чаечку. Опа. Деньги, денежки. Это Генчику давай. А где бабки? У Гены? Да. Короче, вот так вот наш лагерь. Готовим тут еду. Сейчас будем супчик сварить с колбаской, с грибочками. Все как обычно. Сейчас я вам покажу. Блядь, а где Генки на вес? Вот. Да. Короче, вот. Все впереди у нас. Грыжки полетели. Вот они наши грыжки. Хороший табунчик поднялся. Вот они пошли. Сейчас вернутся назад на воду. А ну посмотрим. Сделают кружочек.
Короче, утка есть, ребята, уточка есть. Начинается родина. Вот они, обнаженные охотники. Вот у нас наше вечернее блюдо, жаркое из дичи. Состав идут овощи, синенькие помидорчики, перчик горький, морковочка, вот очень вкусно получится, с острым перчиком, со специями. Я, конечно, люблю ребятам приготовить очень вкусные блюда. Так что все у нас идет по плану. И очень вкусному плану. Посмотрите, какая красота. Ребятушки. Эти, наверное, с той стороны охуевают. Мы, короче, едем купаться. Ветер, вот это красное снимает оно, да? Да. Время идет. Да. Блядь. А ты вот сюда, сюда, сюда. Все бантики. Вот сюда куда-то, блядь. А ты там не проедешь, там дерево заваленное. Спокойно. Давай посмотрим. Сядем все, блядь. Сядем все. Вот так вот. Сейчас дорогу вот проделаем. Я же говорил, что у меня регистратор горел, который висит под плетем. Надо узнать? Да. А хуй его знает. Так вот мы едем. Да, Саймон бежит, Саймон. Блядь, вон сзади бежит, сзади машины, блядь. Саймон красавчик. Да, блядь, не хочу-то не... Итак, а там дерево завалено, да, на выезде, блядь, понял? Да, там поверну потом, блядь. Потом не дорогу, блядь, так вот. Дорога раньше. Сейчас тоже. Забежит нам. Поехали. Ну все косы твои, все бантики. Что, бля? И куда? Так, 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 так. Толик видеорегистратор называется. Едем. Дорога была, во. Раньше. Ну сейчас будет тоже. Ну хоть снимай. Наши бравые и... охотники, блядь. Подожди, это дальний. Второй, второй. Верхний, второй. Если верхний ставят, то чуть ниже целят.
И что, глянь, оно пиу. А это самозарядные, да? Да. Патроны. Ну я по звуку слышу, вот это такой пиу. Это, кстати, довольно опасно, потому что она ушла куда-то, блядь, не в воду, а в бок. В смысле? А, он в банку вообще тоже не попал? Нет, он попал в банку, а она, ну, видимо, не совершает, а изменила траекторию и куда-то охуячила. Прямой репортаж. Ну дайте хоть вас чуть-чуть поснимаю. Слышно издалека, что это такие... Издалека? Да? Не только слышно, но и видно. Не-не, ты понял, за что я говорю? Да, да? Слышно, конечно. Не, он не понял. Не понял? Не понял. А за что? Ничего, ничего. А, поэтому я понял. Ну, я по звуку слышу, что это этот. Сука. Ну, конечно. Блядь, Коля, ебать тебе в рот. Это ж верхний, да, какой-то сволочь, иди это. Любой. Тише. Это ж верхний ствол, да, какой-то? Любой. А, любой? Прикол. Так, ребят, я аккуратненько, вон, птичка там. Беленькая. Бель, если перевернется, значит, хорошая бельная сила. Чего он тут промазал? Низ банки. Мужики, я дичь принес. А что ты, куда ты это набрал? Кстати, честно говоря, лучше убирать это с подног, потому что может фермер немножечко разозлиться. Фермеру немножечко разозлиться. Занимаем. А это первым, да, получается? Да хрена ты в этом? А? Возьмите санят. В ближнем стволе старый. Во! Да ну никуда не поди, подвижная мишень. Да только ждем. Блядь, да успокойся. Вот ты. Ты не тот урок берешь. Снял, да, сюда. Вовка, ты что, лица? Я подделаю руку. Высоко, очень много. Ну, по центру. По центру, да? Так, сегодня воскресенье, крайний день охоты на этой неделе. Мой друг возвращается, я никуда не пошел, с утра охотиться, потому что было как-то мне чуть-чуть нехорошо. Ну, это все поправимо. Жарко сегодня. Ночью, конечно, было чуть-чуть прохладнее, чем вчера. Мы хорошо покушали вечером, приготовили очень интересное блюдо, такое острое получилось. Я делал жаркое с овощами из добытой нами дичи. А вон ребята пошли с собачкой, наверное, по фазанчику. Хотя еще на фазан охота закрыта. Ну, вот так вот выглядит наш ставочек, который высох, да, везде пересохло. Очень малоснежная зима была, вроде бы шли хорошие дожди, но картина маслом выглядит так у нас. Так что вот так вот как-то прошел наш охотничий уикенд. Всех еще раз с праздником. Будет День независимости, Маковей, 14-го у вашего оператора день рождения. Так что до новых встреч, ребят.